Эфир телеканала «Беларусь-4» Гомель продолжают новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. Мужская и женская команды гандбольного клуба «Гомель» очередные игры чемпионата проводили на выезде. Соперниками стали коллективы из Гродно. Первыми на паркет вышли гомельские гандболистки, лидеры турнирной таблицы. В противостоянии с расположившейся на третьей позиции гродненчанкой команда Томаша Чатера не испытала особых проблем. Уже в первом тайме фаворит стал оправдывать статус. К перерыву перевес составлял 5 мячей. Во второй половине преимущество удалось удвоить. Итоговый счет матча 35-25. Лучшими в составе гомельской команды стали Мария Акбаба и Анна Редько. У каждой на счету по 9 результативных бросков. Победный почин чуть позже поддержал и мужской коллектив. Правда, игра с гродненским Крононом получилась более упорной и напряженной. Финальный свисток зафиксировал викторию гандбольного клуба «Гомель» со счетом 33-30. Дружина Сергея Цыганкова смогла закрепиться на третьей строчке турнирной таблицы. Отставание от второй позиции по-прежнему велико – 12 очков. В Гомеле завершилась областная спартакиада по программе зимнего многоборья «Защитники Отечества». Конечно, летняя программа более насыщенная и зрелищная, однако и сейчас было на что посмотреть. Сильнейшие ребята со всего региона соревновались в таких элементах, как стрельба из пневматической винтовки, подтягивание на высокой перекладине и кросс. От каждого района была представлена команда в составе 6 человек. Главная задача – отобрать лучших на республиканскую спартакиаду. По итогам будет сформирована команда области из 20 человек, которые представят наш регион на республиканских соревнованиях. Гомельская область традиционно находится в призах или рядом с призами. Мы всегда достойно представляем свой регион на республиканских соревнованиях. Завтра в Гомеле стартует Кубок Республики Беларусь по легкой атлетике, а также продолжится чемпионат страны по многоборью. Соревнования будут проходить до 3 февраля во Дворце легкой атлетики. За звание лучших легкоатлетов будут сражаться около 300 спортсменов. Участие примут сборные команды от каждой области, а также от города Минска. Соревнования лично командные. Подобный формат и на чемпионате страны по многоборью. Разве что участников меньше. За право называться лучшим многоборцем страны поспорят 30 человек. И в завершение о футболе. Золотой матч внесен в регламент футбольного чемпионата Беларуси на следующий сезон. Это значит, что в случае равенства очков победитель определится в дополнительной встрече лидеров. Например, так могло бы случиться в прошлом сезоне, когда одинаковые баллы были у Минского «Динамо» и «Батэ». Также известно, что количество клубов в следующем сезоне не изменится. В высшей лиге сыграют 16 команд. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на «Беларусь-4».